ну, драматичная ситуация, когда ты оказываешься обречен на партнера. Вот. К сожалению, наши родители были обречены друг на друга. Угу. Вот. Потому что возможность познакомиться была крайне ограничена. Да? Они находились в тех социальных кругах, в которых находились, и как бы вот богатство выбора отсутствовало, и, соответственно, люди были обречены друг на друга. Сайты знакомств – это хорошо. Значит, теперь давайте посмотрим, к чему это приводит. Приводит немножко к негативным последствиям. Значит, первое. Если вы думаете, что партнер потенциально заменяем, угу, вы не станете предпринимать усилия для того, чтобы создать с ним отношения. Ну, то есть вы попытаетесь, если сразу не пошло, а ну хрен с ним. Я, значит, стараться вкладочку, да, переверну, и там снова будет сюрприз.